предыдущей работе под названием «Легендарный Севастополь» были собраны всевозможные мифы и легенды, связанные с нашим городом и его окрестностями. Новая книга имеет подзаголовок «Невероятные приключения русских писателей в Крыму». В легкой, непринужденной, зачастую юмористической форме Антон Мяснянко преподносит читателям самые разные случаи из жизни классиков русской литературы. Несмотря на то, что эта книга рассказывает о писателях, да, об их биографиях, каких-то случаях, которые с ними в Крыму происходили, это не академический труд, это не научное исследование, это именно книга такого, можно сказать, развлекательного характера, да, познавательно-развлекательного, и поэтому вот уже даже по тем отзывам, которые я слышал, да, которые я знаю, читатели, которые уже с этой книгой познакомились, действительно, людям разных возрастов, разных интересов. Если в книге «Легендарный Севастополь» невозможно отвечать за абсолютную достоверность многих описанных историй, которые за долгие годы успели обрасти мифами, то сборник «Отдыхай, как Пушкин» включает в себя абсолютно реальные события, происходившие с русскими писателями в Крыму. Все они оказывались здесь по разным причинам. Одни приезжали отдыхать и поправлять здоровье, вторые решали деловые вопросы, третьи и вовсе безраздельно влюбившись в Крым, принимали решение поселиться в этих краях. В этой книге, конечно, все верифицировано. То есть я именно работал с фактами, работал с источниками, и, конечно, вот ничего не придумано просто так, да. Любая история, которая пересказана в этой книге, это имеется какая-то ссылка, да, на какую-то, на какой-то источник, из которого эта история почерпнута, да, какие-то воспоминания, какие-то письма, какие-то, может быть, мемуары. Примечательно, что презентация книги «Отдыхай, как Пушкин» прошла в рамках 4-го фестиваля «Книжный маяк Петербурга. Музыка смыслов». Организаторы называют его уникальным интеллектуальным праздником для читающих россиян и миллионов русскоязычных пользователей интернета. В течение 3 фестивальных дней с 18 по 20 февраля желающие имеют возможность подключиться к большому количеству онлайн-площадок в разных городах России и стать свидетелями всевозможных выставок, презентаций и литературных встреч. Севастополь впервые участвует в фестивале «Книжный маяк Петербурга». Сегодня в рамках фестиваля проходит презентация Антона Мяснянко «Отдыхай, как Пушкин». Мы очень рады присоединиться к этому фестивалю здесь, из Севастополя, став частью его, 7-м городом порта, в котором сегодня проходит и начинается такое масштабное событие. Подключиться к событиям фестиваля можно через официальное мобильное приложение и по ссылке, которые вы видите на экране. А приобрести презентованную в первый фестивальный день книгу историка Антона Мяснянко «Отдыхай, как Пушкин», выпущенную севастопольским издательством «Альбатрос», можно в книжных магазинах города, а также через интернет. Максим Давыдов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.